Вдова Михаила Державина, Роксана Бабаян, призналась, что не была подругой Александра Ширвинта, а вот с его женой Натальей порой общалась. По ее словам, общение с актером прекратилось несколько лет назад. Роксана отметила, что ему было трудно говорить из-за болезни. Более того, певица заверила, что с возрастом уже меньше поводов для встреч и разговоров. По словам Бабаян, раньше ее муж часто звонил Александру Анатольевичу, так как у них было много общих интересов. При этом певица заявила, что даже без постоянного общения с теплотой относилась к Александру Ширвинту.